На данный момент ситуация остается сложная, но под контролем. Количество заболевших и сама заболеваемость значительно выше, чем была предыдущие месяцы. Однако хочется отметить следующий момент, что основная масса заболевших людей, они не вакцинированы. В связи с этим также хочется призвать граждан пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Пункты вакцинации, несмотря на ограничения по стране, работают постоянно, без выходных дней. Сложно какие-то прогнозы давать. Я думаю, можно озвучить только условия, при которых заболеваемость будет снижаться. Это, в первую очередь, вакцинация нашего населения. К счастью сказать, количество желающих на сегодняшний день жителей кратно увеличилось. Мы вакцинируем порядка 50 человек ежедневно. И если такой темп будет не меньше сохраняться, то я думаю, что заболеваемость будет спадать. Ну и соблюдение ограничительных мер также никто не отменял, также будет влиять на заболеваемость среди нашего населения.